Мы же уже решили, на чего мы опять туда лезем? А вот Мирослава меняла договорную цену в конце года. В этой договорной поменялись расценки. Так если мы это делали тогда, почему нельзя это сделать сейчас? Ничего мы не делали, нет. Ты Я поменял. изменяла только этот. Ты изменила. А в они своей это и локальных поменяли расценки. Значит, мы, когда будем такую хуйню делать, мы будем публиковать все. И Ты поняла? локалки, блядь, и Да, я тебе... договорную. Меня сейчас сменщики подписали, блядь, эти. По расценкам, которых не существует. Когда мы вникли вот в это все. Ты поняла, что произошло? Нет, так мы говорили только о материалах, Нет. подождите. Они, оказывается, поменяли все. Класс. Сейчас Вот это, я больше такой херни не буду, я буду публиковать все. Ну разве Такого так не было. можно? Ну ты Нет. понимаешь, то есть нам уже и тут будут, то есть нам вообще никому нельзя верить. Нет, никому нельзя. Значит, я буду делать хер, кто пройдет. Все договорную, подписывать у сменщиков, доп. Соглашения буду говорить то, что мы меняем, что нет, и, сука, буду публиковать. Пусть приходят все, пусть все знают. А то делаешь как лучше, ничего не И, публикуешь, а ты блядь. видишь, что происходит? А и что теперь? Это бедная Настя сидит, блядь, девочки, блядь, 25 год, блядь. Ну и надо, блин, 25 лет, блин, да, вот эту, блядь, головную боль, блин. Что, Так тогда же плюс-минус? сказали подписать же, сказали. Петр Владимирович сказал подписать. А тут сидит, блядь. Я говорю, вы понимаете, ну, я не хочу там тебе сказать, ну, да, у тебя нет уголовной ответственности, но она есть у кого? У Самилы, блядь, Юрьевич, правильно? По тендерам нет. По тендерам, я говорю, тебя нету, а по Но работам, которые, блядь, девки подписали. ты знаешь, что может быть? Я тебе могу сказать, нам все могут по ОПГ, и все пойдем по уголовке. Ну, Ну вот я нормально. тебе открыто говорю. Ну, так И я нормально. буду в первых лицах Оно тебе ОПГшки надо? фигурировать. Оно надо? Нет.